Приветствую вас, дорогие друзья, конечно же, подписчики моего канала. С вами, как всегда, Титмаус. И в этой серии мы будем, не знаю, скорее всего, отправимся в шахту, так как нет у нас железа. И в скором времени нам нужно будет уже убивать эндерменов для того, чтобы отправиться, наконец-таки, к дракоше и закончить наш первый сезон. И после первого сезона я немножко отдохну, может, не отдохну, я это, по-моему, в какой-то серии уже говорил. Я добавлю туда мод «Сумеречный лес», да. А сейчас мне нужно срубить вот эти вот панельки, вот именно вот эти вот, которые неудобно здесь стоят. И нужно поставить вместо них обычные блоки, так как видите, как темно и некрасиво сразу становится. Да, дорогие друзья, это просто ужасно становится. Ну-ка, если сейчас делать... Да, видите, то же самое. Это очень плохо, и мне приходится их срубить быстренько сейчас. Так, по-быстренькому срубаем все панельки, потому что они реально мне очень мешают. Так, быстрее, давай. Отличненько, отличненько. И еще здесь чуть-чуть немножечко. Так, да? Вот, все, супер. Теперь нужно взять блоки какие-нибудь, просто любые. Вот, например, даже этот дуб возьмем, давайте. И сюда можно уже вставлять обычный дуб. И теперь уже будет все реально идеально, просто шикарно. И мешать нам ничего не будет уже. Раз, два, три. Оу, нет, так это вообще не пойдет дело. Подождите, если сюда вставить, например, землю... Во, ничего заменяться не будет, отличненько. Так, идем дальше, быстренько срубим дуба. Давайте вот этого вот именно дубика срубим, который у нас около домика. Самый ближний, мне кажется, да? Да, самый ближний дуб у нас был. Хорошо, так, дуб сюда. 4 убогих верстака. Да, 4 убогих верстака. А, зачем я его, зачем верстак-то я ставлю сюда дубик? Отличненько, все, супер, супер. Как я поставил его? Вот так все. Делаю. А почему здесь нормально тогда? А там ненормально. Странно как-то. Не понял. Опс. А, так, вот, вместо яички сюда поставлю. Все равно, да, видите, да? Видите, плохо. Очень плохо. Так, ладно, тогда придется это сюда все же поставить. И это то же самое. Так. Все отлично, а это для симметрии. Нет, пусть тут так и будет. Все отличненько. Можно. Ну, ты опять в салон, да, пришла? Ну, блин, овца. Ох, так. Кирка на эффективность 2. Давайте выложим самые, повторяю, самые нужные вещи для нас. Но перед этим сделаем, конечно, сундучок. И расположим его сразу у нас в комнатке, в нашей квартирке, так сказать. Где-нибудь вот тут вот. Отличненько. И сюда выложим всякие ненужные говняшки, которые нам не нужны. Факела возьму обязательно с собой. Лопата пусть будет, зажигалка. Ну, может, подожгу кого-нибудь. Дубовые доски, кожа, пшеница и тому подобное. Все это нужно выкинуть. Хотя нет, пшеницу таки можно потратить на хлебушек, да. Давайте сейчас сделаем быстренько хлебушек. Раз, два, три, четыре. Ой, нет, не четыре, четыре. Пять, шесть и семь. Как раз хватило на 7 штук. Суперски. Все возьмем с собой здесь. Стрелы нам, конечно же, не нужны. Ой, что я сделал? Нет, не гори. Фух, я думал, сейчас дом сплавлю. А, да, кстати, опции. Так, настройки графики. Animations нужно убрать. Ну, точнее, сделать. L-on и частицы меньше. Да, вот так. Шикарно. Просто супер. А, все. А, факела выкинул зачем-то я. Ну да, в принципе, все. Дерево давайте вот эти заберем. Вот эти два дерева, даже 4. И нет, пойдемте еще быстренько здесь найдем, что у нас есть. Ай-яй-яй-яй, дерево здесь должно быть по-любому, 100% нету, ладно. Давайте срубим вот это дерево и отправимся наконец-таки в шахту. Ну, немножечко, просто ненадолго, я еще, может, вернусь в этой же серии из шахты. Так, тихо-тихо-тихо, осторожненько, все отлично. А, да, столько зачарований сразу дома размещу у себя где-нибудь вот тут, например. Да, все, пусть здесь стоит, отличненько, закрываем двери, чтобы сюда овца не вошла. Вдруг у нас верстак пройдет и сундук, все, нереально, ладно. Вейпоинты нужно удалить, именно вот этот тип ремув. Деревня у меня осталась, представляете, да? Ну и ладно. Вейпоинт. Я вспомню просто, что деревня именно там находится. О, господи, царь горы нашелся здесь. Так, ой, вейпоинт. Какой, я говорю, вот, домик. Да, домик, отлично. Ок. Все, пусть здесь будет вейпоинт у нас. А мы отправимся тем временем вон в ту шахту. Сейчас, я думаю, вы ее увидите. Блин, мне нужно меч сделать. Точно. Хороший меч надо. И кирку еще одну. Ну да, это обязательно. Кроватка. Может, там в пещерке посплю. Так, а меч у меня есть. Все, отличненько.
кирка нужна все равно. Кирку давайте сделаем. А давайте все железо с собой возьмем. Лопаты две? Нет, лопата одна. Все железо с собой возьмем, мало ли что, вдруг пригодится. Да, реально, думаешь, там каких-то 13 штучек железа, это мало. Согласитесь, да-да-да-да. И вы знаете же, это мало. А, будем кого-нибудь поджигать, земля. Есть у нас еда, есть еды просто предостаточно. У нас все, можно бежать спокойненько в шахту. Факела, где мои факела? Вот они. Супер. Все, бежим, нормально. Теперь по-любому все. Там тупик, я помню. А в какую шахту я собирался идти? Я забыл. Угу. Хом, хом, хом. А, где шахта? Так. Бог Майнкрафта, ночь, религий. Пожалуйста. О, нашел шахту. О, нашел данж. Ого. Вот это круто. Что здесь у нас есть? Ведро, 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 порох и какао-бобики. Суперски. Просто шикарно. Слушайте, только спустился в шахту и бам, данж. Шикарно. Мне нравится, дорогие друзья. Мне просто это очень нравится. Пауки. Так, здесь у нас уголь находится. Там тоже уголь. Ну ладно, давайте сходим, может, что-нибудь найдем. Вот тут что-то есть, да, кстати. Здесь что-то находится. А, тут находится вода только. Ладно, пока что нам не нужна. Давайте срубим маленько угля. Для того, чтобы сделать в будущем факеланом. Да, потому что у нас их мало, всего лишь 18 штук осталось. Блин, я данж нашел сразу, так круто, мне нравится. Думаю, эта шахта будет хорошая. Ну-ка, сейчас сходим, проверим. Надеюсь, здесь не будет тупика. Тут же не будет тупика. Скажите мне, то, что здесь нет тупика. О, железо, классно. Давайте срубим его. Так, 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 трым-прым. Оп. Супер. Все, железо мы дорубили. Сходим сюда, осветим, конечно же. И тут. О, но, о, нет. Хорошо, все хорошо. Выходим сюда и находим и здесь еще железо. Как много железа, слушайте, в этой шахте. Хотя не настолько много, как я хотел. Но все равно. Уже у нас целых руды сколько? 8 штук. Хотя, да, мало-мало-мало, соглашусь. А здесь можно осветить, найти тупик, а потом прорыться и найти что-нибудь интересное, если мне гравий не помешает. Слушайте, а реально, может... Да-да-да-да-да-да. Я кое-что придумал, у меня хорошая идея возникла. Нужно выкопать свою шахту, хотя смысла пока что копать свою шахту я не вижу, так что я ее копать не буду. Да. Вот это я и хотел сказать вам. Сейчас нужно выбираться из шахточки уже. Как я вам и обещал, в шахту я спущусь ненадолго, всего лишь срубить железка. И все. Уголь, уголь. Больше угля надо. Сейчас мы будем таки переносить уголь из угля в дом. Ой, точнее, из сундука в дом. Почему именно уголь? Все вещи я имею в виду перетаскивать будем. Так, у нас ночь, да? Угу, ночь. Ночь. О, и пещера, слушайте, нет, я еще не выйду. Тут еще железо есть, которое мне срубить надо. Обязательно. Так, 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 отличненько. Сколько железа у нас руды уже? Целых 14 штук, ребятки, довольно-таки неплохо. Давайте туда сходим еще. Посмотрим, что здесь находится. Здесь находится речка, море. Жара, солнце, лето. Конечно, да. Хотя у меня за окном сейчас зима, минус 20 градусов чем-то. Вау, какая пещера классная. Ладно, где дом? Вон мой дом. Слушайте, красивая гора, согласитесь. О, яйца есть. Отлично, здесь есть что-нибудь? А, это я спускался сюда. Хорошо. А где-то же я здесь замечал какую-то шахту, помните, большую в прошлой серии? Я уже забыл. Нужно будет пересмотреть, и туда по-любому спуститься надо будет. Вот же она. А, нет, это крипер рванул. Точно, я забыл, что я говорю вообще. Так, здесь нету никакой большой шахты. Ну ладно, впрочем, потом посмотрю, где это было. Или я и за кадром пробежал в ту большую шахту. Кости есть, костей нету, плохо. Настройки, сложность. Ну, ё-моё, а! Сложность-то мирная. А, нет, все уже не мирная, уже нормально. Уже хорошо. О, курочка гуляет, привет. А, я думаю, можно сейчас сделать свою фермочку. Да, потому что у меня никакого дохода нету. А ферма нам годится, пригодится для того, чтобы... Ну, сами знаете, что, конечно же. А, и сейчас, если мы найдем эндермена, то, конечно же, мы его завалим. Но перед этим мне нужно зачарить свой меч на первый левел. Вот этот вот меч на первый левел зачарю я себе. Первый, острота, отличненько, просто супер. И броню, конечно же, нагрудник, штаны и вот это. И, ну, все, в принципе, не хватит зачарить. Давайте ботинки зачарим на... Нет, на второй не получится, лучше на первый. На невесомость, ну, мало ли, вдруг куда-нибудь упаду, а ботинки меня спасут. Шлем на первый тоже, так... И здесь защита суперски. Нужно хотя бы штаны или нагрудник на защиту от снарядов зачарить. Потому что это крутая вещь от скелетов. Просто суперская. Даже не отбрасывает почти бывает. Защита, ну пожалуйста, хотя бы нагрудник на защиту от снарядов. Я хочу его. Блин, защита один. Ну ладно, впрочем. Пусть будет защита один. Вот, все. Отлично. Можно брать мясо в руки, есть мясо. И пойти.
драться против эндерменов, конечно же. Так, эндермены, вы где? Я иду к вам. Я знаю, вы где-то здесь будете. Так, нужно какую-нибудь эпичную музыку вставить. Хотя, может, и не вставлю, не знаю. Ладно, бежим, впрочем, в поисках эндермена, которых я сейчас не вижу. Зато я вижу криперов, зомби, жориков и костлявых. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Мне нужны эти эндерменчики. Менчики-эндеры. Эндерменчики, вы где? Я знаю, вы здесь будете. Блин, паук мешает. Ну, ничего, ходишь за мной. Чё тебе надо? Ничего тебе не надо. Там курочка ты бедная застряла в пещере. Ну и ладно, мне тебя не жалко, если честно. Ни капельки. Хотя это ж курочка. Вау, какая шахта здоровая. Вот, по-моему, это шахта, в которую я говорил, глубокая. Может быть, может нет. Опять сутки прошли и все забыл. Блин, мне нужны эндеры, много эндерменов. А я их здесь не могу найти. Представляете, какое горе. Какое горе? Да, горе это шана, конечно. Пустыня, пойдемте сходим туда быстренько, по-быстренькому бегаем, может там что-нибудь интересненькое да будет находиться у нас, я вижу крипера, а эндермена так я и не нашел, а в пустыне эндермены по-любому должны быть, потому что там как-то ровное все, ну да, там действительно ровная поверхность, и если я здесь найду деревню, это будет вообще шикарно, просто шикарнее некуда, если я реально найду деревню, ну, по идее, это вряд ли, что светится, это лава, блин, я уж обкакался отчасти уже. Тростник, хотя зачем он мне нужен? Ну ладно, пусть будет. Так. Зиму мне в любом случае найти придется когда-либо, чтобы... Я зиму как раз нашел, отличненько, просто шикарно. Вот видите, как все идеально просто идет? О, скелет. Ну, ты меня можешь убить с такой броней. Так что я пойду лучше в ту сторону, к зиме. Да, к зиме, к зиме, к зиме идем. И я вижу там какого-то светящегося говнюка. Это кто у нас? Зомби с шлемом золотым. Пошлите его, можно как раз таки грохнуть. Эй, зомбик, иди ко мне. Давай, я тебя сейчас убью потихонечку, быстренько, аккуратненько. Ай, молодца, ты мне ничего не дал, только опыт. И то даже первого уровня дал. Жмот какой-то, реальный жмот. А, здесь нужно метку поставить, потому что тут зима. Хотя я запомню, дорогие друзья. Наверное, запомню. Ладно, впрочем, бежим. Здесь я вижу зомби в кожанке. Вау, блин, фух, чуть в воду не упал. Думаю, пипец сейчас будет. Зомби, можно я тебя убью, и ты мне подаришь свою кожанку? Нет, ты мне не подарил кожанку. Ну, блин, почему паук бьет? Нет, паук, не бей меня, пожалуйста. Здесь что? Здесь еще пустыня, скелеты и ни одного эндермена. Ну, черт возьми, опять этот закон подлости меня постерегает. Ну, в каждой минуте, блин. Не, реально. Еще степи вижу. Пойдемте сходим в те степи. Вижу дофига скелетов. Помните, в прошлой серии, как мне скелеты нужны были? А в этой серии их не пересчитать. Их дофигизмина. Просто дофига. Столько скелетов. Это вообще, блин. Во сне просто. Хотя нет, не во сне. Я видел и больше скелетов. Так. А когда мне эндермены не нужны были, я целых 3 штуки в одном месте встретил. Представляете, да? Эндермены какие подлые твари бывают. Ладно, впрочем, давайте в эту степь бегаем. Я не знаю, это степь именно, в которой наши деревья находятся, нет? Сейчас проверим. А, курочки много. Эндермен, да ладно тебе, ну наконец-таки, а? Стоп, подождите, что, он только в степях, хотите сказать? Не-не-не-не-не. Так, получи, пожалуйста, эндермен. Умри, умри, сдохни, 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 сдохни. Отлично, получил. Так, убегаем, у меня мало жизни, хотя какой мало. Эндерпёрс сегодня выпал. Блин, зато у нас целый первый уровень уже. Можно будет зачарить что-нибудь, например, кирочку даже на эффективность. Здесь очень много куриц, как я вижу. Да, действительно шикарно, то, что тут очень много куриц. Но здесь я ничего не нашел, никакой деревни, ничего. О, паук с жориком дерется. Паук с жориком, ну, паук-то есть жорик. Что я говорю? Господи, ой, нет, скелет, не трогай, костлявая тварь. Нет, не надо, не надо, не надо. Я ищу эндерменов. Эндермены, вы есть тут? Нету? Почему? А я знаю то, что вы тут должны быть. Вау, скелет, не трогай меня. Так, опции, сложность нормальная стоит. Вау, не-не-не-не-не-не-не. Так не пойдет дело, понимаете, да? Так дело не пойдет ни в коем случае. А, нужно убежать. Блин, я наушники не одел. Это печаль. Потому что если вы будете слышать эхо, то это плохо будет. Да, вот, конечно же, дебильчик. То, что наушники не одел. У нас уже, блин, у нас уже день наступает, а я еще ни одного эндермена не убил. Ну, в смысле, убил одного, но еще ни одного ока эндера не заполучил. Точнее, эндерперла. Ни единого. Представляете, да? За всю игру у меня всего лишь один эндерперл. Это кому? Это пипец какой-то. Так, ладно, идем в пустыню быстренько. Может, тут еще эндермена найдем? Нет? Да? Пожалуйста. Можно эндермена, а? Эндермен, позязин. Я знаю, тут...
Нет, день. День, проклятый день. Я не знаю, что делать. Так, нужно убежать быстренько. Так, до дома, давай, до дома, давай, скорее. Ну же, ты сможешь. Давай, ну давай, сказал тебе. Медленный какой, я бы то быстрее бегал, хотя нет. Я не настолько вынослив, чтобы так бегать без остановки. Представляете, да, сколько нашему персонажу в игре приходится бегать. Мы его заставляем каждый раз бегать. Тем более в таких тяжеленных железных доспехах. Это кошмар. Да еще и с мечом, да еще и с зачаренным. Ну, зачаренным в пользу, конечно же. Ну и ладно. Так, блин. Фух, ладно, бежим домой. Сейчас вы увидите, зачем я домой бегу. Вы просто обрадуетесь, я думаю. Хотя, может, не обрадуетесь, не знаю. Так, бежим, давай до дома, давай скорее. Осталось всего каких-то 100 блоков каких-то осталось. Все, я уже почти вижу свой дом, почти повторяюсь. И, давай, чертовы текстурки, прогружайтесь быстрее. Е, я вижу свой домик, дорогие друзья, суперский. Бежим в дом, давай, ай, купнулся, ну ладно. Овца, привет, ты обросла опять красной шерстью, шикарно. Так, и, дорогие друзья, на этом наша серия будет заканчиваться. Я думаю, если вам действительно понравилось, вы поддержите меня подписочкой, лайком под видео, хорошим комментарием, и все. Спасибо вам огромное за просмотр, и реально большое спасибо. И всем удачи, всем пока. И, кстати, сегодня же я попытаюсь выложить еще одну серию.